С наступлением тепла в Ленинском районе традиционно начинается пора субботников. И уже в ближайшие выходные на улицы выйдут не только жители, но и рабочие подразделения по благоустройству МБУ «Дорсервис». Уборка территории пройдет в два этапа – 14 и 21 апреля. На ближайшую субботу составлена карта мероприятий по приведению в порядок территории города, где желтым отмечено место уборки, красным указаны зоны выдачи необходимого инвентаря. Как заверил нас руководитель подразделения по благоустройству, к качественному проведению субботника они готовы на 100%. У нас есть необходимая техника, у нас есть люди, у нас есть необходимый инвентарь. Определены площадки, на которых будет проходить субботник, где будут работать рабочие по благоустройству. Их только по городу Видному 25 площадок. А в целом в Ленинском районе будет задействовано порядка 200 рабочих и более 20 единиц автомобильно-тракторной техники. Весь необходимый инвентарь закуплен. По городу будут расставлены информационные стенды со схемой уборки конкретного участка. Присоединиться к субботнику может любой желающий. Мы спросили людей на улице, как они относятся к подобной инициативе. Обязательно пойду на субботник и буду добросовестно чистить территорию вокруг своего дома. Нужно же поддерживать чистоту, правильно? Да, с удовольствием. Покажу детям пример, как надо заботиться о своем городе. Но так считают не все. Свобода слова и выбора накладывает соответствующий отпечаток на развитие личности современного человека. И не все считают нужным принимать участие в подобных мероприятиях. Наше поколение более без разницы. Мне более важна такая работа, инфраструктура там развита, порядком. Но все-таки есть люди, которые за деньги получают. Мы же с налоги за это платим. Высказать свое мнение и принять решение, идти или не идти на субботник, имеет право каждый. Но стоит помнить, что любовь к родине начинается с любви к родному дому. Активная позиция граждан и желание взять в руки грабли, лопату или любой другой рабочий инструмент, чтобы сделать улицы чище, говорит о том, что им не безразлично место, в котором они живут. Алексей Мельников, Владимир Бежонов, Елена Кошелева, Видное ТВ.